на выставке «Петербург-2017». На текущий момент мы работаем, являемся информационным партнером уже более 10 лет. В 2017 году мы в третий раз проводим такой формат, как совместный стенд. Сегодня с нами 4 партнера, которые представили разные свои направления деятельности. Это и услуги, и товары, и торговое оборудование. Приятно осознавать, что проект действительно успешен и приносит результат нашим партнерам. Для сайта retail.ru это возможность дополнительно знакомиться с разными направлениями деятельности, которые могут быть полезны нашим партнерам, и с разными клиентами, которые их товары либо услуги используют в своей повседневной деятельности и работе. Мероприятие, на котором мы сами себе находим клиентов, но и замечательно, что мы встречаемся с нашими читателями. Совместный стенд, формат совместного стенда предполагает синергию в первую очередь. Мы постараемся подобрать абсолютно разноформатные компании, которые, работая на таком стенде, могут быть друг дружке полезны и дополнять друг дружку в рамках такой активности. В рамках мероприятия мы проводили открытые семинары. Часть наших партнеров работали на них в качестве спикеров, что, соответственно, тоже повышает узнаваемость компании в рамках мероприятия и, соответственно, дает возможность еще дополнительными контактами обзавестись. Обращаюсь сейчас к вам как, возможно, потенциальным нашим стендистам на другие мероприятия. Я могу сказать следующее. Ищите интересные варианты работы с нами, как с проектом, потому что мы даем достаточно широкий веер возможностей, которыми в итоге воспользоваться для того, чтобы представить свою компанию на B2B-сегменте. Мы давно работаем на рынке, 18 лет. Активно растет наша посещаемость за счет того, что мы делаем новые форматы работы вместе с рекламодателями и для торговых сетей. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к бизнес-центру retail.ru, который сейчас уже насчитывает более 2000 зарегистрированных компаний. Используйте возможности сайта retail.ru на все 100%.